Здравствуйте, с вами Бравкович Татьяна. Я активный пользователь и консультант корпорации «Сибирское здоровье». И сегодня мы с вами поговорим о профилактике сахарного диабета. Это очень животрепещущая тема для очень многих людей. Я бы хотела сегодня заострить внимание на таком продукте, как порошок топинамбура, ПИК. Он так называется. Вот он у нас здесь в каталоге. Это тот продукт, которым пользуется вся моя семья. И это тот продукт, который я использовала одним из первых. И сейчас расскажу, почему. Ну, сначала, как он выглядит. Так как у меня, к сожалению, он закончился, надо его заказывать. Я могу вам сказать, что он находится вот точно в такой же баночке, такого же объема, как лимфосан кишечный и лимфосан базовый. И еще хочу сказать сразу, топинамбур, порошок топинамбур, его добавляют в состав всех лимфосанов, так как он содержит в себе инулин, который является одним из самых любимых лакомств нашей кишечной флоры. Он улучшает кишечную флору, то есть и тем самым улучшает усвоение различных витаминов в кишечнике. Также порошок топинамбура. Вот эти витаминки я купила для своей уже взрослой дочери, несмотря на то, что это продукт создан для детей, называется витаминка. В ней находится вся группа витаминов В, и в этом продукте находится также порошок топинамбура. Для чего его туда поместили? Для того, чтобы желудок, кишечник лучше работал, и чтобы все вот эти витаминки, они усваивались организмом. И, кстати сказать, они действительно реально хорошо работают со всем организмом. Вот я вам покажу, похвастаюсь вам. Вот, это вот такие вот. Вот такие вот горошки, вот такие. Это кондитерское изделие, и я его очень советую, вот кто меня видит, мамочки, обратите внимание, это натуральный продукт, это натуральные витамины, которые, и, кстати сказать, для детей очень мало делают витаминов с группы витамина В. И вот именно эти витаминки, если на витамины группы В может быть аллергия, на искусственные, вот как у моей дочери, вот эти витаминки прекрасно усваиваются ее организмом. Вот просто замечательно. Ну а теперь мы вернемся к нашему ПИКу, порошок топинамбура. Это один из первых продуктов, которые я попробовала. Что меня сподвигло? Ну, во-первых, были проблемы с кишечником. Это вздутие кишечника, запоры были, не сильные, но были. И когда я проходила медкомиссию, был сахар, он был не повышен, но на том уровне, за который уже нельзя заходить. Вот просто был предел. Я еще думаю, надо как-то, я приехала домой, оценила обстановку, говорю, надо мне как-то сахар-то нормализовать, да и с кишечником, в общем-то, нужно заняться. И из сибирского здоровья я стала употреблять порошок топинамбура. Как он употребляется? Это порошочек, он сладкий, он такой же на вкус, как и топинамбур. Если кто пробовал, кто-то делал салат из топинамбура. Он сладенький, то есть берется кофейная ложечка, разбавляется в небольшом количестве воды, там растворяется и выпивается утром натощак. Что я увидела? Через 20 минут нужно покушать, соответственно, пока умываешься, то все там и... За 20 минут доеды. Да, за 20 минут и там завтракаешь и едешь на работу. Что я увидела? Какой у меня был результат? Ну, во-первых, мои вздутия прошли, так как порошок топинамбура это содержит инулин, это... питание для кишечной флоры. Кишечная флора стала работать нормально. Мои вздутия прошли. Кишечник пришел в норму. Так как он еще является сорбентом, порошок топинамбура,
У меня прошло очищение организма, то есть мой стул был чаще, чем положено, ну, раза 3-4 в день. Вот чему я была очень, кстати, удивлена, но я почувствовала такую легкость, мне сразу стало легче. И сахар мой пришел в то нормальное положение, то есть я его вернула. И, в общем-то, была очень довольна этим результатом. И потом я уже его стала рекомендовать всем остальным своим клиентам. Вот. Еще, чем хорош так порошок топинамбура? Во-первых, он содержит очень много витаминов. Это, в первую очередь, магний, который способствует лучшему усвоению кальция. Это как проводник. Он берет кальций и помещает в кости. Если у нас в организме не хватает кальция, кальций в кости, из костей, организм кальций берет из костей. А вот чтобы он в кости обратно поместился, вот это уже проблема. Поэтому это очень хороший источник, не источник, это хороший продукт для профилактики остеопороза, чтобы у людей крепче были кости. Еще порошок топинамбура – это очень хороший источник витамина С. А так как у него в нем содержится инулин, поэтому он улучшает кишечную флору, он убирает дисбактериоз, и, стало быть, у нас улучшается иммунитет. То есть человек уже начинает реже болеть, и вообще общее состояние человека улучшается. Вот. Плюс еще он нормализует работу щитовидной железы, порошок топинамбура, он нормализует работу печени, он нормализует работу поджелудочной железы, естественно, уменьшает уровень сахара в крови, уменьшает уровень холестерина в крови, работает с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть аллергические реакции. То есть вот люди, которые ко мне приходят и говорят: вот посоветуй что-нибудь, чего бы мне такое попить, но не очень сложное, потому что все составы в сибирском здоровье, они очень богатые. И я сразу говорю: хорошо, вот порошок топинамбура, это односоставный продукт, который и с аллергическими реакциями хорошо работает, и организм обогащает большим количеством витаминов, и нормализует работу, и углеводные обмены, то есть вот настолько вот такой хороший продукт. И сейчас я хочу вам прочитать, что пишут об этом порошке на сайте компании. Вы знаете, очень хорошо здесь они о нем пишут. Комплекс на основе активных компонентов клубней топинамбура, направленный на профилактику сахарного диабета и остеопороза. Природный инулиновый концентрат – это комплекс биологически активных веществ удивительного растения топинамбур, одним из важных и самых важных таких компонентов, составляющих 20% клубней растения, является инулин. Инулин, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается во фруктозу, которая способна участвовать в тех же обменных процессах, что и глюкоза, полноценно замещающая ее в ситуациях, когда глюкоза клетками не усваивается, например, при сахарном диабете. То есть если глюкоза не усваивается, то фруктоза, она замечательно усваивается и компенсирует. Вот люди с сахарным диабетом, они испытывают такой энергетический дефицит, потому что глюкоза не усваивается. Поэтому вот порошок топинамбура им в этом плане очень здорово поможет. Так. Расщепление фруктозы не требует присутствия инсулина, что позволяет избежать энергетического голода клеток и нормализовать обмен веществ у людей, страдающих этим заболеванием. Еще одно преимущество инулина состоит в том, что часть его не всасывается в кишечнике и действует подобно пищевым волокнам. При этом инулин, во-первых, замедляет усвоение легко доступных углеводов и жиров,
что также очень важно для больных с сахарным диабетом. Во-вторых, он связывает и выводит из организма холестерин, тяжелые металлы и другие токсичные вещества, образующиеся или попадающие в кишечник. В-третьих, инулин является одним из самых эффективных средств для восстановления нормальной микрофлоры кишечника. Наконец, инулин имеет большое значение для здоровья костей. Расщепляясь в кишечнике, он образует большое количество органических кислот, которые ускоряют процесс ионизации пищевого кальция и тем самым значительно повышают эффективность его усвоения. При этом ПИК является богатым источником магния, кремния, цинка, марганца, которые имеют не меньшее значение для построения прочной костной ткани. Вот сейчас я хочу обратить внимание на цинк. Цинк нужен женщинам, девочкам, девушкам. Для чего он нужен? Для того, чтобы вовремя проходили менструальные циклы. Все наши задержки происходят из-за нехватки цинка. Цинк способствует выработке собственных половых гормонов, которых так не хватает, и врачи стремятся их заменить таблетками. Это я уже проходила на собственном опыте. Так, теперь. При регулярном применении инулина происходит снижение уровня сахара в крови, повышается физиологическая эффективность инсулина, а это способствует профилактике сахарного диабета первого и второго типа и приводит к существенному улучшению состояния больных этими тяжелыми заболеваниями. Кроме нормализации углеводного обмена, инулин способствует снижению уровня холестерина и крови, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, регулярный прием инулина способствует нормализации углеводного и жирового обмена у больных с ожирением и снижению избыточной массы тела, а также быстрому восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и подавлению вредных кишечных микроорганизмов. Вот такой замечательный продукт — порошок топинамбура ПИК от Сибирского здоровья. Мне очень хотелось с вами рассказать об этом продукте, чтобы вы о нем знали. Все эти продукты вы можете приобрести в интернет-магазине. Внизу под этим видео вы найдете ссылки на интернет-магазин и ссылку на PDF-каталог, где вы можете подробно ознакомиться с нашей продукцией и с ее ценами. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов.